בעזרת השם, בשם השם נעשה ונצליח. ערב שבועות, ראשון, פר עד ניב, ונעשה פרזניק שבועות. תשימו עם פרזניק שבועות את השבועות. בנימין בן נחשון, בעזרת השם, לעילוי נשמתו, לעילוי נשמת כל נשמות ישראל, מהאדם הראשון עד האדם האחרון. יס ופרוס פצ'ימו, פרזניק שבועות, נזיבה יצא שבועות. יש דבר פריצ'ני, שתו סים נדיאלי מצ'יטיין, שבע שבועות, אי פטרוי פריצ'ינה, שתו בוג, сказал нам, что я обещаю, они нишба, я обещаю вам, что я вас никогда не оставлю. Это первый швуа. Швуа, я хомрим? Обещание. Да, обещание. Бог обещал, я вас никогда не оставлю. И второе обещание было, что мы обещали, что мы сказали Богу Всевышний, мы тебя не оставим. И после этого Бог пришел בהר סיני, הספוסטיל תורה. נופרדת אשטון פרישור, ספוסטית נם תורה. און ספוסטיל תורה, חתיר ספוסטית תורה, כמו. און חתיר ספוסטית תורה, גויים. אם און חתיר דת תורה, תקנפיס ענה. שבא אלינו אחרון. בוק נם פרישור פסלדני. ופרוסטו תקוי, פצ'ימו נם פרישור פסלדני. איסלי און נס ויברה לציך. אתה בחרתנו מכל העמים, ונתת לנו את תורתך. כי הוא בחר כבר. דה, נו, איסטי תיוז'ה ויברל נס, פצ'ימו תינס כנם פרישול פסלדני. כי כולם אמרו, נשמע ונעשה. הוא יודע שאנחנו נגיד נעשה ונשמע. יפים אומר, אונס קזר, שתו, מי, ופרוויך פסלו שהם שתו אותי בית המיס תוואי התורה, פתום זדיע להם. לא, מה אומרת? שתו און עמדה וזכות, נו, יתי ביבם דיו, גם יפים צדק וגם את צדקת. אני דווי פרווין, אשתו, ככוי זכות הוא נכבור לה, אשתו בוק פרישול וקנין, יסקזר וזמית עם היה תורה. שבני זבת נזכר את עינם מפרישול. כסיבה, ולרה, תוצ'נה. שתו זבת רגוי נזכזה לי, פצ'ימו תקנם נפרישול, איסטי פטי בינם פריניוס בי תורה, מי כאן יש נזכתי לי? פי ניחתי אל נמדה תורה. פסי התוויתי תות בילי, ברוך השם, правильный ответ. Ну, тут есть еще один вопрос. Какой исход есть у них, что Бог пришел к ним дать им Тора? Бог для них не принес какой-то камень, что они смогли с ним разговаривать. Бог для них не взял палкой от нее, ее поменял, и она была змея. Бог не сделал так, что море открыл. Чудеса сделал только для нас. Все чудеса были для нас. Когда они хотели доказать, что это не чудеса от Бога, Бог им показал, вы видите, это не только кровь сейчас, что есть на море. Этот кровь есть на каждой вещь, что есть там вода. На вашей стакане есть кровь. Когда еврей взял стакан, вода, и только отдал кому-то от его вода, как он поставил вода, это стало кровь. В каждой вещь, что они пили, была кровь. Каждая вещь, что они хотели, оттуда вышла кровь. Нахон. Тоже если они пили от один стакан, вода зашла к его, на его рот, вода, а на Египте это кровь. Так почему, какой сход есть у них, что Бог с ним никакой чудеса не сделал, и Бог хочет им дать Тора? Да, это было правильно, надо, у них был сход, какой сход? Это тоже Бог их создал, да. Но какой сход, Валера, что Бог... Им говорит, пожалуйста, возьмите моя Тора. Бог пришел и сказал, умоляю, возьмите моя Тора. Он пришел к ангелу, а сам Эхмем, Шелесав, и он говорит ему, пожалуйста, возьми моя Тора. Он ему говорит, что там есть твоя Тора? Он говорит, моя Тора, есть много мицвот. Ну, какая мицва там есть твоя Тора, что она мне понравится? Он сказал, не убивай, вот Ирцах. А он сказал, не-не, не убивать, не-не-не-не. Наша сила, с этого оружия, с этого
ножа. Это наша сила. בחרבך תחיה. על חרבך תחיה. עשיו מה הכללה שלו? שהוא יחיה לחרב. שהוא יחיה במלחמות. Он сказал, если ты от меня возьмешь эту силу, если ты от меня возьмешь эту силу, я упойду. Все, весь моя сила уйдет, что у меня останется? Я живу, потому что ты мне дал нож. Я с нож живу. Я живу от этого, что если что-то мне мешает, я убиваю. За это, что ты знал, Валера. Если ты видел еврея, что он поднимает руку, если ты слушал, что есть еврей, что он убил кого-то, что ты знал, там есть проблема с ним. Что-то с его корни, что-то там неправильно. Он должен себе починить, он должен себе исправить. Потому что еврей – это коль Яаков. Ваедаим едей Исав. Кто пользуется с руками, это... И когда Бог ему сказал, умоляю, возьми моя Тора. Возьми моя Тора, я тебе даю моя Тора. Он сказал, оставь нас в покое, пожалуйста. Наша сила – это в руками. Дай им, еврей, почему ты нам даешь? Они хорошие, они только всегда молятся, тиилим читают, тикун аклали, микве. Нам зачем твоя Тора? Бог послушал так и пришел опять, сказал, пожалуйста, возьмите моя Тора. Они сказали, знаешь что, если умоляем, оставь нас в покое. Тоже наш подарок, что ты нам дал, дай им. Мы не хотим ничего от тебя. Только оставь нас в покое. Так Бог пошел и сказал все. 100% они не хотят. Он пошел к этот ангел של Ишмаилим. И он сказал им, вы хотите моя Тора? Они сказали, нет. Почему вы не хотите моя Тора? Самый высокий вещь. Пожалуйста, получайте моя Тора. Возьмите моя Тора. Они сказали, ну, знаешь что, Бог, что там есть твоя Тора? А он сказал так, у меня в Тора есть много вещей. Но самая главная мицва, что я хочу, чтобы вы соблюдали, это не гулять. Not enough, что вы никогда не смогли сделать грязные вещи. Ишмаилим это араби. Ишмаилим. Он знал же все. О, это тоже еще тема, что мы на нее будем разговаривать. Он знал и... Да, но Бог им сказал, возьмите моя Тора. Бог сказал, я дам им мицва, что я знаю, что с этой мицва им будет тяжело. Почему? Написано 10 грязных вещей, что есть в мире, а раби взяли 9. Гмара пишет, а Ишмаилим 9 מתוך 10 לקחו את הניוף, את הזימה. Почему написано על Ишмаил פרא אדם? מה זה פרא אדם? פרא אדם это как зверь, это как мы слушаем. Но почему פרא אדם? Почему פרא אדם? פרא אדם потому что у них есть болезнь פרא. Что это пере? Прорву. У них есть этот болезнь, что они болеют. Он может взять 10 женщин, 10, и с каждой у него есть 20 детей, и так ему 80 лет, и у него уже 200 детей, и 450 внуки, и 550 внучки, и у него правнуки, и у них болезнь. Не только это, я вам дам секрет, извините тут. Азор Акадош пишет, Агмара пишет, что мусульман, не мусульман, Ишмаилим, когда он видит еврейка, девочка, что она не ихни, он не хочет ее сами больше от всех. И не только это. Он готов поменять его жена и спать им абеема шела иудия. Если еврей, у него есть пример сейчас, баранины, и есть у него много от этого, как говорим, беемот? Да, у него есть животные, да? Хайот. У еврея есть хайот. И это пример, это животное, это его. И он знает, что это еврей имеет, что она его. Ему легко, ему приятно. Ему хочется больше бить этот беемот, чем его жена. Что ты знал? Что ты знал? Я когда даю урок на русский язык, я всегда его даю на иврит. Я тебе это рассказал, когда мы сидели в субботу в ресторан вместе. И когда я этот урок дал вчера Берешон Лецион, я им этот вещь сказал, там один стал и сказал, рав,
Я верю, что это так. Я ему сказал, почему. Он сказал, я видел в мои глаза. Я видел араб. Слушай. Я видел араб, что он работает на один место, без маком של צון, של חיות, של פרות. Я видел, как ты сейчас сказал, я видел это в мои глаза. הנה, יודעים מה רסקז ואית, שטוב קווקזי, תושי, אני ספליס. הם אומרים, זה מישהו לא היה עם חיה, עם בהמה, הוא לא גבר. יוניח את המצווה, ולרה. כתו נספר ז'יבוטניך, און נימושינה. הנה, רוברט שס, יש עוד היום צירה. את הגמרה פישית. אימון רביצה, בהמה, שם יבוא שינה. לא, הם עשו, לפני שהתחתנו, עשו ניסיונות עם בהמה. שם ירחם, שם ירחם. ככה כתוב. זה בבר מצווה. כן, משהו כזה, אמיתי. ככה כתוב, שישמעאלי מעדיף את בהמת היהודי מאשר את אשתו. פוסט אשתו, אני סקזה לי, שתו מי גטוב ידעת את פדרק, ום, עברי, תושי יתא, איך נגרך. אני גטוב אינם דעת פדרק, שתו בוק זיאל, בוק זיאל פדרק של עשיו, שתו אני ז'יבות על החרב, וזיאל פדרק, שתו כבות הפדרק של הישמעאלים, שתו אני בלני, איון זיאל יתא איפרינוס דלנס בקדושה, שתו איסט אייס קטוטה, שתו תקי תגדירת, מי יבוא מושי מוביט. Сегодня нет, потому что есть другие законы. И мы можем делать мицва с нашей женой. Но это бетер, бекдуша. За это, что ты знал, если ты видишь еврея, что он поднимает руки, что он убивает, что ты знал, у него есть проблема на его корне. Надо что-то там починить и надо исправить. Потому что еврей не поднимает руки. Еврей не должен поднять руки. Еврей не должен избить кого-то. Еврей не должен проклинять кого-то. Защищать ты можешь. Но тоже есть вопрос, сколько ты веришь. Сколько доверенность Богу у тебя есть. Что ты знал, если ты хочешь достать что-то, Валера, с твой рот ты можешь достать больше, чем все. Почему? Лашон рака тешабер гарем. Когда у тебя есть сладкий язык, ты говоришь правду в лицо. Но тоже правда есть дорога, как ее сказать. Ты можешь добиться каждой вещи. Ты можешь достать каждую вещь в жизни. Что ты знал, с руками это очень легко. Но после этого тяжело. Это адвокаты, это полиция, это там, это тут, это нелегко. И для пары моментов, что ты потерял твои мозги. За это написано, что каас моцит адам мин аолам. Когда ты злой, ты уже не в этот мир. Ты уже ушел от этот мир. Почему? Весь ошибки, что есть в мире, ты можешь делать. Почему? Потому что ты не потому что ты не веришь, что это Всевышний. Они обычные. А? Кен. Есть махлокот Багмара. Багмара написано много вещей. Роберт говорит так, Марат говорит так. Дима говорит, все говорят один, ну это Тора. Так мы учимся Тора. Но есть один вещь, что Роберт, Марат, все сказали то же самое. Что? כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו, ואין לו חלק לעולם הבא. צ'לווק שטון נרני, צ'לווק שטון זלוי, צ'לווק שטון תראה את איבו מזגי, וניבו נטו מסטה, נסלדי שמיר. נטו ניבו מסטה, פצ'ימו? פתאום שאתה השיפקי שטון מוז'י דיאלת, כדאון זלוי נרני, את השיפקי שטו זוויר אני מוז'י דיאלת. את הדל שסמי סמי פלחוי זוויר, סמי סמי תיג'ולי, און מוז'י דיאלת, все вещи сами плохие и опасные, потому что он теряет его мозги. Конечно. Человек, что верит, верит, что все Всевышний. Человек, что верит, что это не он меня ударил. Это Бог меня ударил. Если это он сейчас что-то сказал, это потому что я что-то сделал утром неправильно. Я что-то вчера ночью сделал неправильно. Он был только палка. Но это Бог взял палку и дал мне удар. Если я верю, что сейчас Роберт мне проклинял, Роберт сейчас хас вешалом мне сказал что-то плохое, так я верю, что Роберт он Бог. Я верю, что Роберт, этот палка, я как собака, как мы сказали. Что я сейчас буду кусать эта палка? Я должен прийти к Всевышнему и сказать Всевышний, почему ты меня избил? Это что он тебе сейчас сделал так, дразнил так тебе так, тебе стало больно, это только была палка. Ты что с ним воюешь? Это не он, это он палка. Он же
Приди к Богу, скажи: Бог, что я неправильно сделал сегодня? А где я сегодня грешил, я не сделал правильно? Я человек спокойный, но иногда... Знаешь, Валера, я с тобой сидел, я тебе сказал, сколько вещей мы прошли, немало. Но что ты знал, в конец Бог покажет правду всем. И этот конец, он близко, Валера. Он близко, чем ты ожидал когда-то. Это конец, это год-два, не осталось больше, чем это. Запомните мои слова. Не осталось больше, чем это. Это год-два, это последний год-два. Не осталось много времени. Ты знаешь, если до сегодняшнего дня мы, Барух Ашем, уже знакомы немало времени. И Барух Ашем, между нас любовь настоящая, любовь чистая. Я тебе никогда это не сказал, сейчас тебе говорю. Я тебе обещаю, не осталось много времени. Это год-два, последний не осталось. Мир не только что поменялся, и это все уже знают, все смотрят, мир поменялся. Все молчат. Но мир сейчас, он в такой момент, что есть много адман, 99.99 адман, 99.999 град, 99.999 мусор, 99.99 все материальное. Все стало наоборот. И что ты знал, есть мало свет, и этот мало свет, он будет удалить весь этот темнота. Это последнее время. Это год-два, это пара месяца, это последнее время. Мир поменяется. Будет такая война будет, что такая война мир никогда не знал. Мир не ожидал, что может быть такая война. Это будет война, что... Ты не будешь понять. На этой войне написано: «И пол мецитха элеф, ורבבה ממינך אליך לא יגש. רק בעיניך תביט ושלומת רשעים תראה». Эта война такая будет, что тысячи умрут вокруг тебя, и ты будешь живой. И ты увидишь, как Бог им плотит. Написано, что 2-3 части умрут в этой войне. 2-3 части умрут перед этим, что Машиах придет и скажет все. 2-3 части умрут. Если есть сейчас 8.5 миллиард, то только 2.8 останется. И написано, что каждый еврей, что одевает цицит на себя, каждый еврей, у него будет 2800 рабам. Так что останется... Да, маленький и большой. Так что останется миллион еврей от 14, что говорят, что они есть. Ты понимаешь, на весь мир. Не останутся много. Запомни мои слова. И написано, что мы это увидим в наши глаза. Каждый увидит это, но не останется. Это, что у них будет срут, все умрут. Это, что будет срут, они станут бетхият амитин. И не будет таким много. После Вторая мировая война прошли 70 лет. Знаешь, сколько это 70 лет? Ахафец Хаим пишет. Ахафец Хаим пишет. 10 шмитот будет, и придет Третья мировая война, и придет Машиах. И кто думал, что 20 лет тому назад придет Машиах, он ошибся. Кто не думал? Сейчас мы видели. После что Вторая мировая война кончилась, это было 45-44, она кончилась. Сейчас прошли 10 шмитот, 10 раз 7 лет, да, каждые 7 лет у нас шнат шмита. 10 прошли, это сейчас шнат шмита, она кончится, это все, это начинается конец мира. Я думаю, за 2 года не успею, я точно в рай не попаду. Валера, я тебе обещаю, Бог тебе даст, что мало времени. Я тебе думаю, Господи, я не успею. Успеешь. Господи, успеешь. Хатабадера. Так что ты знал. Аван Маргиш, Арбен Ашимс. Валера, энергия, черная энергия спустилась в мире. Черная и плохая энергия спустилась в мире. Черный человек сидит в Белый дом. Этот человек получил просновель ле шалом. И этот человек сделает мир, он сделает наоборот весь мир, он уже сделал. Этот черный человек, весь мир,
сделал сумасшедший. Этот черный человек, он принес в этот мир черную энергию. И что ты знал? На него, на его лицо видно, что он копия Паро. И его жена копия Параона жена. Его лицо копия Параона лицо. И его жена копия Параона жена. Что ты знал? Что ты знал? Он сам посмотрел на Параон лицо, когда был в Египте, и он сказал, как мы похожи. И написано, что Гог будет черный. Гог. Дальше. Как придет Машиах, будет Гог и Магог. Гог и Магог это два, не евреи, один Гог и второй Магог. Написано, что Гог будет черный. Он придет от места, что они черные. И Магог будет белый. И он будет такой белый, что это конец мира будет. И этот белый будет воевать с черным. И это будет Гог и Магог. И потом они все так сделают и придут все против Израиля. Весь этот война, потому что они хотят прийти на Израиль. Почему? Потому что в Израиле самые большие грехи на весь мир. Так написано. Что в Израиле, на израильской земле, есть самые большие грехи. Грехи, что нету дальше в России. Грехи, что нету на весь мир. 200 тысяч голубей живут в Тель-Авив. Голуби говорят или как? Голуби. Рега, лона пальти побода зе. Лона не кбам, мы пред пол дабера, лона. Валера, Валера, 1200 магазины, что продают мясо свинья. 1200 магазины. Так информация, что есть в Мисрад а-Пним. 1,300,000 детей живут без еды. Сколько? 1,300,000. Дох а-Они שפורסם האחרון. 1,295,000 живут без еды. 150 в Израиле. Нищете в городе. 120 чем-то тысячи дети болеют. 200 тысяч женщин болеют. Одна рак, одна сахар, одна тот. Потому что ты знал, израильская земля это самая святая земля в мире. Ты не можешь делать грехи на весь мир нельзя. Но особенно на израильская земля. Это святая земля. Это Бога земля, что Он нам дал подарок. Если ты сделал грех, ты за этот грех заплатишь. Но потому что ты грех сделал тут в Израиле, это на тысячи раз хуже. Цадиким большие не хотели прийти в Израиль. Сказали, что если хас ве шалом мы сделаем грех, написано, «Эн цадик барец ашер ясе то вело ихета». Нету цадик, что он сделает грех. Мы боимся сделать грех в Израиле. Раби Милубавич никогда не пришел в Израиль. Никогда его ногу не было в Израиль. Не потому что грех, он никогда не пришел. Есть много больших цадиким, что никогда не были в Израиле. Раби Нахман написал много книги. После этого, что он пришел в Израиль, Дарах Арба Амот в Израиле, он сказал, все мои книги, что я написал, надо поставить бегниза, баагон. Поставить бегниза. Сейчас я понял много вещей, что я перед этим не понял. И тут в Израиле какие грехи делают. Какие грехи делают. И наша страна, она у нее гордость, что мужчина, что стал женщина, выиграл на ревизион. Он держит израильский флаг. Он, она. Оно. И поют дива-дива, и весь Израиль радуется. Как ты можешь радоваться, когда мужчина, что стал женщина, что он мужчина, что он вообще женщина, что он мужчина, женщина, поет песни за наше имя. Это как будто наша гордость, что она выиграла. Это наши, мы должны стесняться, что такое непонятно, что она там, что он там. И уважают ее, его, кто он не был. Дана. Как? Что ты знал, Валера? Когда мы готовим хлеб, мы берем мука. И мы ставим мука.
И мы делаем так. Наши женщины делают так. Что? Сито, да? Почему они это делают, вы знаете? Чтобы почистить, что в мука нету газа. А в конец, когда все спустилось на низ, что спустилось, что упал? Чистый. И кто остался наверх и... Граз. И что Граз делает? Танцует. Дэнс. Поп. Лезгинка. Транс. Поп. Весь музыка. Кроме кларинет, ничего там нету. И они смеются. И в конец берут все это Граз и ставят на мусор. И от это чистый делает хлеб. Это наше время. Это чистый, что им тяжело, что они упали, что на них разговаривали, что их унижали, и что на них, от них будет хлеб. Это получается, Рави, так получается. Если осталось столько времени, то Бог... Что ты испугался, Валерий? Не-не-не. Честно сказать, я... Честно, но это правда так и будет. Да. Я не боюсь, не то, что я не испугался, а... Но получается, он будет больше испытаний давать в конце. Так же правильно. Как ты на это думал? Как мы можем, какой пример можем дать? Авраам. Написано Хевлей Машиах. Маза Хевлей Машиах. Хевлей Машиах, эфу откатув Хевлей Роберт? Марат, эфу откатув Цадик Хевлей? Хевлей Леда. Мика Хамар Галя. Хевлей Машиах написано один раз. Второй раз Хевлей, Хевлей Леда. Что это Хевлей Леда? Когда женщина должна родить, когда это... Близко, и близко, и близко. И на седьмой месяц уже тяжелее. Восьмой тяжелее. Девятый уже тяжело. А в последние моменты это так тяжело, что она кричит. И птиха, вот птиха, вот. Вымаем йордим, и вода она, и потом ребенок. Да. И когда тяжелее? В начало или в конец? В конец. И когда сами тяжело? В конец. Перед это что ребенок? Выходит на улице. Как она кричит? Есть такие, что умирают, хас вешалом ло алену. Умирают. Ребенок уже вышел, и она умирает. Есть такие, что она уже не смогла. Ребенок умер с ней. Но это был самый тяжелый момент. 9 месяцев она его держала. И в конец она умерла или стало тяжело. Это Машиах так. Машиах по дороге. В конец, что будет тяжело, написано, не останется копейка в карман. Будет такая тяжелый момент, что... Уже будет люди как собаки. Будет уже звери убивать один другого. Из-за ничего. Женщина, она будет изменить ее муж. Муж будет... Весь позор, что есть на весь мир, будет. И Бог пишет, потому что это на израильской земле. Потому что это в израильской земле, я не смогу за это. 2 храма, что были, где они были? В Египте нет. Они были тут в Израиле, правда? Почему? Потому что в Израиле нельзя грешить. За это, что вы знали. Бог пришел к Эсаву и Ишмаэль. Бог пришел, потому что они были бехорим. У Авраам был ребенок первый кто? Ишмаэль. У Ицхак был ребенок первый кто? Эсав. За это их не зхут, что Лаура тут сказала, что у них была зхут, это зхут. Бог сказал, я эмет. Я правда. У меня все 100% правда, у меня эмет. Я должен быть как эмет. Я должен прийти лабехорим. אני זרוסלי של אבותינו אברהם ויצחק, ידושן פריטי קנים. אני דייתי אברהם ויצחק. אסלי יקנים פרידו, יסקשו עם נת תורה. יאים דם סמי תיג'ור היה מצווה שתו, אני נבוא את סגלסית הסתה. יזנאי שתו, אני אושה סקשת מיינה הפדר כי אני חדשו. יפוס תהיית שתו, אני סקשת כי אני חדשו, יא פרידו כברי. יקדה בוג דל תורה, עברי סקזה לי, מזדלן, יפתום פסלושה עם שתו יסתמה. Когда человек говорит, дай, что есть уже давай, когда ему тяжело. Евреи пришли после 200 лет, что они были рабы у фараона. Если евреи жили как король, на Мерседес ехали, они так быстро не сказали, дай Тора. Но почему Бог так делает? Потому что Бог знает, что только когда вам тяжело, я вас близко ко мне принесу. А когда вам легко, вы это не забываете. Когда у вас все есть полностью, в банке есть плюс, все здоровы, вы забываете, что есть Бог. Каждый думает, что он и Бог. Он половина Бог, как Моше Рабейну. Но когда у вас есть минус, и чеки вернулись, и ребенок болеет, и жена себе находит, вам остается к
קריצה טולקה בוגו. שטובי זנאי נשות ליל שבועות, שבת זכודית, אימי ותסקווה אימיות טולקה וסקרסניה נוצ'ו. ככה. שבת ויום טוב ביחד. עושים עירוב תפשילין ביום שישי ומדליקים נר ל-48 שעות. מי בירם סביאצ'קה שטוענה גרית סורג ווסיף שסוב מינימום. היא פוסט לי שבת שטוב וחודית, ממושי מתניו, קלוצ'ית מנגל, וסיור שטוב מחודשים, נוני התניו, נעד אבסת אישו עד נסביאצ'קה, התניו, דה שטובו לדעקה כלי שני. Не. Надо для шаббат включить свечки, по отдельно еще одна свечка. Шаббат это шаббат, не трогать. Еще одна, что она говорит 48 часов. Сейчас. Моцей шаббат ночью, мужчины, вы обязаны, вам нельзя спать. Моцей шаббат. Моцей шаббат. Но эту ночь, когда будет праздник, это важно будет праздник. Эту ночь обычно надо... Шаббат, надо соблюдать его как надо. Это последний шаббат перед этим, что Бог нам дает Тора. И ты можешь чинить весь шаббат, что ты не держал. В этот шаббат ты можешь починить весь шаббат, что мы не держали. Это шаббат, что ты можешь его починить на весь шаббат от первого дня, что ты родился. Во-вторых. Это шаббат. Во-вторых. Во-вторых, Валерчик, ты уже горячий, ты уже все, ты уже ждешь. Без тебя урок, это не урок, что ты сдал. Во-вторых, надо спать хорошо в шаббат. После, что ты, Барух Ашем, помолились, мусав кончили, сауда шния сделали, пойди отдыхат. Потом сделай минха, сауда шлишит, арвит, все. После арвит... Во сколько происходит? Да. Он. Когда Бог дал Тора, это в этот день. Вообще нельзя разговаривать вещи, что они не Тора. Ну, когда есть вещи, что бизнес, такие вещи, мы разговариваем. Шаббат нельзя. В йом ришон, моцей шаббат, как шаббат выходит? Заходит праздник Шавуот. До конец Шавуот нельзя разговаривать ничего, кроме Тора. Йом азе за йом матан Тора. В этот день мы... можем разговаривать только Тора. Кто-то у тебя задал вопрос, что он не на Тора. Нельзя тебе ответить. И в этот день, что ты держишь твой рот и разговариваешь только Тора, ты чинишь весь лешон ара, что ты разговаривал на весь жизнь. Всю жизнь. В 10 часов вечером, 10 часов вечером, ну, один лешон ара ты не можешь починить. Лешон ара, что ты, пример, от этого лешон убил кого-то. Если человек сделал кому-то плохо очень, он не может сейчас держать рот и сказать, все, я починил лешон ара. Лешон ара, что, пример, ты сказал твоей жене что-то, себе подумал, это ты. Ну, если ты кого-то обидел сильно, ты его убил, и он еще живой, ты должен пойти к этому человеку и сказать извини. О! Мы чиним в этот день наши глаза, все, что мы видели, плохие вещи, самые грязные вещи, что ты видел, ты чинишь в этот ночь. Как? В этот ночь нельзя спать до после молитвы мусав. Сколько мусав молитва? Мусав молитва, пример, 8-9. 8-9 уже может быть дома и пойти спать. Как мы чиним это и почему мы чиним это? 8-9 утра. Да. Как мы это чиним и почему мы это чиним? Когда Бог хотел нам дать Тора, Он нас подготовил 3 дня перед, что Он дал нам Тора. Евреи 3 дня в себе чистили. Пошли далеко от их жена. Им прошу мяношим шелем. Оставили их жених. Они оставили все. Они 3 дня микве, Тора, микве. Валера, 3 дня. И 2 часа перед это, что Бог дает Тора, они уснули. Почему? Нарочно. Они сказали, еще 2-3 часа Бог должен нам дать Тора. И у нас сила уже такая слабая. Мы 3 дня ждали.
пошли спать 2 часа, поставили часы, часы их не разбудил. Йецер ара им не дал проснуться. Бог это тоже знал. Бог пришел к ним и сказал им, разбудил их. И за это Бог сказал, вы должны чинить это, что они спали. За это мы не спим весь ночь. И мы чиним этот матан Тора, что они получили, что Бог их разбудил. За это Бог дает подарок, починит наши уши, наши глаза, починит наши глаза на этот ночь, что мы не спим. И что ты знал, в этот день есть самый большой Йецер ара пойти спать. Ты спал весь субботу, и ты готов, как ты начал открыть сидур, тикун лель шавуот, тебе хочется спать. Почему Йецер ара? Йецер ара всегда мешает, а где есть хорошая мицва? Это насчет чинит язык. А может быть и поехать цват микве вот это все? О, кто все обязаны делать что-то, что ему тяжело? Есть 3 пламим, что олим ларегель. 3 раза, что мы поднимаемся барегель. 3 праздники. Суккот, Шавуот и Песах. Сейчас нету храм подняться барегель. Что мы должны делать? Должны куда-то подняться или спуститься пешком. Что нам было тяжело. Если ты в Израиле, Богу Хашем, если у тебя есть возможность ехать в Цфат, ла-Ари а-Кадош, и туда ты можешь даже 75 раз, что ты знал, это большая вещь. Это большая-большая вещь. Ты обязан сделать микве перед Шаббат. И, да, и если у вас есть микве тут близко, перед это, что ты начинаешь тикун лель шавуот, зайди на микве. Самое главное, есть сидурим של лель шавуот, есть сидур лель шавуот, שיש שם תיקון כל лель шавуот. Самое главное в этот ночь, почитать весь 24 книги, что есть в нашей Торе. Танах, Невиим, Ктувим. 24 книги. 24 книги. Не весь 24. Они взяли בתיקון 3 מהספר הראשון, 3 מהספר הראשון, מבסוף ומההתחלה. סוף והתחלה, 3 ו-3, סוף והתחלה. חרשו? אני בזה לי 3 עד נצ'לה, 3 עד כנץ, קשדי קניגה. פצ'ימו? פצ'ימו, ולירה, דבצ'שיטירי, קניגי, שאתה יש תורה, את הזקשדי צ'ס. שאתה תיני עוצ'ר סתורה, תימו שאתה צ'ינית. И потом Зоар. Мы чиним весь Зоар, там есть... Лучше вместе с кем-то, наверное. О! Да. О! Сейчас, что ты знал. Написано «Ров ам беадрат мелех». Если есть 10, что там есть миньян, это самый лучший. Да? Если есть 2-3, это лучше, чем один. Чтобы поддержать один другого, поддержать. Это большой тикун. Это тикун, извини, Робер Цадик, это тикун, что он лучше и сильнее, чем Ошана Раба. Так написано в нашей книге. Самый сильный тикун, что есть. В синагоге полностью, да. Бекол синагога, мы даем у нас урок перед тикун и בשבועות מיד היום תמונה סורוק. תמונה סבולגי. זה היה אחד שם. זה היה אחד. שבת ככבו חודית, פרזניק זה חודית. נלזה. פרזניק את החושת שם שבת. У нас в Израиле один день. Кто живет за границей, он должен 2 дня. Так у них есть шаббат, воскресенье и понедельник. Насчет сеуда. Наши кавказские всегда делают... Вообще наши... Валера, что ты знал, наши всегда бешавуот, они делают белые вещи. Ну, молочные. Ну, еда молочная. Надо торт какой-нибудь, чтобы получить. Вина, вина. Почему? Вина. Почему? Вы знаете почему? Написано «Дваш вехалав тахат лешонеха».
דבש וחלב, תחת לשונך. Что должен быть мед и молоко под твой язык. Но почему это праздник он белый? Потому что гора Синай, его имя было перед это, что было гора Синай. А Зоар Акадош пишет, его имя было Ар-Гавнуним. Отсюда взяли Ар-Гавнуним, гвина, сыр. Но, потому что мы вышли от Шаббат, послушайте, что мы делаем. Потому что мы вышли от Шаббат, и мы в Шаббат кушали, Барух Ашем, натрети сеуда бен минха лערבית בשבת, מי ניקושי מייסה? ניקושי מייסה. עכשיו, איסתי ניקושי עם דבא, טרי, צ'יסה, מושנה פקושת. Но надо знать, 8:40, 8:50, до 10, у нас есть час. Надо знать, что 6 часов прошли от мяса. Если ты кушаешь после 2:53, у тебя 6 часов не пройдут, так тебе нельзя уже кушать мясо. Почему? Потому что вечером мы кушаем все молочное. Днем решено. Нет. Моце Шаббат. Моце Шаббат, все. Все молочное. Все. Все молочное. Матай от Рахе Минха. Шаббат. Минха. Окей, אתה יכול לאכול סעודה שנייה, מתי אתה אוכל בבית? אני אוכל והולך למנחה, בגלל שאחרי מנחה אני לא יכול לחזור הבית, זה עלות 9 פעמות. לא, השאלה היא עוד פעם. חזרת ממוסף, נכון? זה בבוקר. נכון, אכלת סעודה שנייה? באיזה שעה זה? 9:10? 11. אתה בשעה 2 עד 3 עושה סעודה שלישית. כן, הבנתי. בשרית. סעודה שלישית עד 3 הספקת בשרית. אם לא הספקת, אל תיגע. שבשעה 9 תוכל לארח סעודה רביעית מלווה מלכה, עם סעודת חג שבועות בחלבי. ואז דיוויץ' שסוף דו דייסית, מבסי הסידים בסי הסימיה, יקושה עם מלות שני הידה, דם. אינה דקושת המוציא. שתו בו לחלב, שתו תושי מזדיה לי צ'יטוורטי הסעודה, דוד מלכה משיכה, איתו שהיא מזדיעה לסעודת שבועות בחלבי. לצאת לפי המנהג לאכול חלבי. מלות שני. ביום הראשון או, וסקריסניה אוטרם, פוסטי תיקון, תפרשול דמוי, תימוש קושת מלות שני, יפה עד שתו חודשיש, יפייתי עד אחד מעלם. פתאום הוא תיבי יסט בין מנחה לערבית, סעודת חג. מה כתוב בסעודת חג? שאין שמחה, ללא בשר ויין. כל החג, מה זה סעודת חג? סעודת חג זה בשר ויין. שתומיע באזני פרזניק, קושת מייסה היא פי דבינו. אתה עושה יום ראשון. אתה עושה וסקריסניה. שתומיע בדניום, זה שגעה עם מנגל, דיאל עם מייסה היא פי יום וינו. עדיף שתקרא בעברית ולא תקרא, עדיף ש... עדיף שתקרא בעברית. לוצ'י שתות של אביאל צ'יטר נא עברית, איני פנימל, שם צ'יטר נא רוסקי פנימל. כשאני קורא ולא מבין, אז... כדאתי שתות את דיאלו יש פתורה, את הדושה, את הנדלת תיבה. דושה דרשנה כושת. תוויה תיאלו אינה דרשנה שישליק. תוויה דושה דרשנה תורה. דה, כדאת צריך מבין, כדאת יכול שתות את דיאלו, ספלודת איבו. נו כדאתי דורשן דיאלו ככו את התיקון, את התיקון לדושה. Ты так, если будешь читать на иврите, ты будешь понять, или на русском будешь читать зор, ты так и так не будешь понять. Танах, Тора невим, тувим зор. А вот есть сидурим, что есть там тикун, нельзя будет, как тут. И как мы чиним, что вы знали, как мы чиним наши уши, что мы слушали нехорошие, некрасивые вещи, когда мы утром слушаем 10 заповеди, כן? בבית כנסת. אוטרם צ'יטיים דייסית עשרת הדיברות. יתא נדה זנת. תק נפיסנה
בזוהר החדש גם הכלי יקר מביא. כתו слушает 10 заповедей. Слушает их. И чувствует, что сейчас это на гора Синай он получил Тора, весь его грехи Бог берет и стирает. Тут можно начинать по-моему. Это Дима сказал. Обычно так бывает. Лифне, да, кулам. Перехатим Азарка. Человек думает, что он хитрый. Да. Чува, чува, что ты не повторяешь за твою ошибку, это чува. Что мы получали Тора, это чудо, правда? Кто может сделать чудо и рассказать что-то, что у него было в жизни, это время сделать. Кому рассказать? Пример. Вот какое-то чудо с тобой произошло в жизни, у каждого же были какие-то моменты. Сейчас ты сидишь, сейчас ты сидишь тут. Сейчас ты рассказал, да? Шева шавуот исперу лахем, убайом машиши, а? Шиши шаббат вайнафаш. Написано, что последняя неделя, перед шавуот, это неделя, что надо рассказать чудеса. Мы, Барух Ашем, уже начали, когда сидели в ресторан. Мы уже начали чудеса, что были с Марат и с Мезуза. Мы начали рассказать все чудеса. Лама? Зе шавуа, ше месаприм аль нисим. Лама? Когда есть пурим, мы должны рассказать чудеса. Почему мы каждый год имеем праздник Пурим, что рассказать всем это чудо, что было с нами в Иран, в Парас? Эта неделя надо рассказать все чудеса. Почему? Что эта неделя, что она самая сильная, что получить Тора. Человек у него есть такая душевная охота получить Тора больше, чем всегда. Что ты знал? В этот неделя человек хочет получить Тора больше, чем всегда. Особенно на три последние дня. Потому что три дня последние, что они готовили получить Тора, они так хотели ее получить, что они не заметили, что три дня прошли. Что ты знал, кто рассказывает чудеса, что у него было в жизни, и что это Бог с ним сделал чудеса, кто рассказывает, Бог обещает, что с это чудо никогда от него не уйдет. Это чудо останется для него на весь жизнь. Почему? Потому что когда Эстер и Мордехай рассказали их чудеса, мы каждый год, даже такие, что они далеки от Тора, до сегодняшнего дня они делают это уши Аман, Озней Аман, до сегодняшнего дня они одеваются с другие вещи, как он такой, она одевается как тот, она митхапсим, тахпосот шель Пурим. Дальше, если они далеко от Тора, это чудеса не забывают. Почему? Потому что Эстер и Мордехай асунес весипру то лекол ам. Что ты знал, в этот день, если есть какая-то вещь, что ты увидел с Бога, кто-то с тобой сделал хорошую вещь, кто-то с тобой сделал доброта, расскажи. Расскажи, лама лагдил чмо шел луким лагдил чмо шел луким баарец. Зе некра лагдил Тора веладир. Если тебе возможность такая, что миллион увидели, это твоя мицва. 10 это твоя мицва. Каждая вещь, что Бог с тобой сделал какие-то чудеса, сделай. Тагдил Тора. למה? זה נקרא מזכה הרבים. מזכה הרבים. זה בן אדם שעכשיו מישהו שמע אותו ככה? вообще в жизни, что зависит с Бога, зависит с тобой случилось что-то, что было у тебя в последний... רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות שכר לבחר חיבה למתורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויעביר. ספסיבו всем за этот прекрасный вечер. С Бога помощь, Безрат Ашем, что всегда увидели на радость, увиделись.